ножичком пытать свою плоть. Трогательным ножичком пытать свою плоть. До крови прищемить добровольные пальцы. Отважно смакуя леденцы на палочке, целеустремленно набивать карманы мертвыми мышатами, живыми хуями, шоколадными конфетами и нерукотворными пиздюлями. Патриархальной свалке устаревших понятий, использованных образов и вежливых слов. Покончив с собой, уничтожить весь мир. Покончить с собой, уничтожить весь мир. Вечность пахнет нефтью. Вечность пахнет нефтью. Словно и не сердобольный смех. Словно и не сердобольный смех. Словно и не сердобольный смех. Славно валится на русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. Пиршество благоразумие. Устами ребенка глаголет яма. Устами ребенка глаголет пуля. Вечность пахнет нефтью. Вечность пахнет нефтью. Словно и не сердобольный смех. Словно и не сердобольный смех. Словно и не сердобольный смех. Славно валится на русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. Мастерство быть излишним, подобно мне. Мастерство быть любимым, подобно петле. Мастерство быть глобальным, как печеное яблоко. Искусство вовремя уйти в сторонку. Искусство быть посторонним. Искусство быть посторонним. Новейшее средство для очистки духовок от задохнувшихся постов сыной воли. Новейшее средство для очистки веревок от скверного запаха немытых жиль. Новейшее средство находить виновных. Новейшее средство находить виновных. Русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. Закрывшейся дверью.
Пустота — это значит, что кто-то пришел за тобой. Это значит, что теперь ты кому-то понадобился. А снег все идет, а снег все идет. Русское поле источает снег. Иных хоронили в упаковке глазенок, иных хоронили в упаковке газет. На то, что на бойне умертвили бычка, на то всеобщая радость, всеобщая гордость, всеобщая вера, всеобщая воля, всеобщая воля, да всеобщая старость. Набить до отказа собой могилу — это значит наследовать землю. Что же такое наследовать землю? Это значит исчерпать терпение. Что и требовалось доказать. Дверной глазок, замочную щель, гениальные мыслишки, мировые войнушки и официальные пупы земли, эмалированные части головных систем, инстинктивные добровольцы во имя вселенной и хлебной корочки, люди с большой буквы. Слава «люди» пишется с большой буквы. Свастика веры стянула лица, вавилонская звука налипла на пальцах. Исторически оправданный метод пожирания сырой земли. Это ли не то, что нам надо? Это ли не то, что нам надо? Это ли не то, что нам надо? Да-д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 а
везде заморозили, что сливали вещи своими именами. Сеяли добрые, разумные вещи, все пожили, все назвали. Кушать подано, честь по чести, на первое были плоды просвещения, а на второе кровавые мальчики.